Ча-ча, машину вкалюшь. К танку подходи. Там тебе по ДВ-то отвечает, ты правильно настроился, нет? Проходим на них под камни. Пулеметчик остался тут. Азоник, вы где? Азоник, у меня евро к командиру. Вы ДВ его слышите, нет? Он говорил, говорит. Я сейчас с тобой, я у тебя в отделении, я пытаюсь тебя найти. А, мы сейчас приехали на бэхе. Ты что, не на бэхе с нами был? Нет, мест не было. Да как не было? Там же еще внутри целое это. Опас. Ну, мы, короче, у танка. Ну я на прямоугольнике сижу, наблюдаю, как мы 28-го обстреливали за ушки с мечети примерно. Так. Пехота, пехота, двигаемся на 200 к следующему валуну. Евро. Да, я что-то не понимаю, Саша. А, все, выдвигаются, они выдвигаются. Все хорошо. А мы двигаемся на 200, понял? Так, я понял, вижу вас, побежали. Так, что, БМП на когда двигать? Как вы до туда доберетесь? Ты в МПХе на доп-канале сидишь? Тебя слышат, ты их слышишь? Так, а как переключать рацию с доп-каналами? Да, я уже настроил его. Воздоник, тебе 18 труба нужна. А, все. Все, Воздоник, нормально у меня связь в БМП. И понял, да, пимпочку наверху потом делать, чтобы он А2 стал, да? Туда вводишь. Не, я отвечу, да, перевел дополнительно, я вот делаю, у меня 1-2 кнопка, я переключаюсь между каналами. Не-не-не-не-не, не так. Второй канал. Там С2. Тебе труба нужна? Я в машине вашей нашел лишнюю. Есть, есть, есть. Так, ладно, Евро, сейчас решим с тобой вопрос. Ты где? Смотри, С1. На Т, букву Т, английскую, русскую Е. Так, теперь все наше отделение. Вы должны находиться на гребне перед усадьбой. Кто пошел, блин, туда? На саму усадьбу? Ответь. Из нашего отделения Альфа. Никто, надеюсь? Подожди, на каком гребне? Не-не-не-не.
Где танк следующий? Видишь, высота. Слышишь, нужно, чтобы какое-то отделение, не разведка, обратно заняло позиции на 340 от этого танка. Следующая высота, понятно? И наши тылы, чтоб обеспечивали. Что ты на этой частоте делаешь, Игорёк? Прыгали, браво. Так, браво, говорит, к усадьбе уже подошла. А разведка от Чарли должна была идти вроде как, не? Так, а кто у нас получает? Разведка за Чарли у нас? Так, подожди. Браво. Разведка у нас вообще должна быть F. Ладно, пусть браво, хорошо. Тогда пусть F отделение с АВ. Где АВ? АВ где тут? Всё, я понял, считался. Тогда получается у нас АВ, 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 АВ. Всех в своём отделении, кто у тебя был? Вы тогда от танка 742 на 340 займите его соседнюю высоту для тылов. Ты в моём отделении, ты в отделении С строк. Так, всё, Азонник, подожди. Короче. ДВ? Я нихера понять не могу. Аздоник, Аздоник, браво на усадьбе, что делаем дальше? Понятно. Так, БМП, давай-ка сюда, двигайся к самому. Да, БМП пусть сюда и машины сюда пусть везут. АВ. Тебе нужен еще один боец сейчас. Байк уже ходит. ПЗ, я выйду сюда. ПЗ и вы сюда. Короче, вон там внизу есть какая-то техника, вроде УАЗик даже есть. Вы его берете и тащитесь на 320, пока прикрываете наш фланг с северо-запада. Понятно? Mm-hmm. В том случае, чего на технике двигайтесь дальше за нами. Тебе оставить Урал или УАЗик? Что? Оставить какую машину? Урал или УАЗик? УАЗик, УАЗик. Хорошо, беру, забираем его. Обосил? Сижу. Что там, 320 он сказал? Там, которая гора справа была с камнями, да, на ее занять? Зоник, гору с камнями занимать? Слышишь, ПЗ? Да. ПЗ, можете обратно садиться и тоже за нами. Куда за вами? Пару. Усадьба? По руслу. Не, по руслу, до места высадки, понял? По руслу у нас браво. Да. Что-то мы долго копаемся здесь. Это Азоник. Это Азоник. Все нормально. Зато победим. Давайте высаживаемся. Спектатор. Да по времени просто. Так, у нас тут контакт уже был от усадьбы на юге нашего зала. Евро, высаживаемся. Азоник, Азоник, вы усадьбы контакты были? Может, вы все уже слышали? На юге. Азоник, я вас не вижу где-то. Мы в таком типа канале.
нафиг. А дым, видите, вижу кого-то бегает, да, вижу. Не понял, забор на 280. Кажется, на набокса похож. Точка, точка, старик, вот там наш, где-то наш упал. Слышишь, где танк? Ладно, Брайса? Окей. Пусть свяжись с ним. Залил в кустах и, наверное, сейчас на нас будет смотреть. Вон он вышел. Но я не вижу, кто это такой. Так. 280. Так, за забором. Мишка, мишка падает наша. Ладно, погнали в город. Йо, браво! Не надо. Так, какого хрена? Куда еще туда? Короче, я выкинул один раз. Там право с этой усадьбы выходит. 280, 3 дерева. Посмотрите, куда миномет упал. Так, короче. Походу танк Прайса погиб. Кочегару, скажи, что был внимательным на юг. А все остальные евро, давай идем в город. Браво, в какую сторону с усадьбы выходит? Пусть идут прямо в город. Ну а мы можем. Да. Пусть прям в город вертай. Еще раз. Пусть прям, говорю, в город вертай. Давай. Какой у нас целый танк? Какой целый танк? Какая контузина? А это чья мина, интересно? Это наша мина была. Что это было? Миномет. Танк. Не, по нам что-то работает еще. Танк? Это не танк, это мина была. Танк работает, танк. Вон, работает танк. 75-й. Свой танк, что ли, там? 72-й, вернее, да. Так, он свой, он захвачен. А, захвачен, понятно. Не, захвачен. Так, не слышу, но это убило. Ну, в смысле, захвачен. Конечно, здесь. Вау. Кто нас? Как Как вообще захватили меня, вопрос? Убили, захватили танк. А как лопа, что убили? Брать, хули вы там забыли, блять? Сба горит у меня. Обговорено уже было, что сюда вы идете, только когда мы уже все продвинули, начнем продвигаться в город. Вот, вот мана результат. Танк захватили, нам скину, блядь. Охеренно. Да. Все нормально. Все по плану. Ну, план, пиздец какой-то, не план. Привет, нет, кто всё, у нас всё по стандарту. Он всё с свою сторону убил почти. Это танк вражеский. Нет, меня нет. Да, это был под усадьбой. У тебя, блин, летит, да, звук как миномёт. Это, по-моему, не танк. Это миномёт был, я видел, что миномёт разорвался. Миномёт работает в горы. Куда они в горы работают? Ну-ка, сейчас за миной смотрю, куда она. Сука, нахера этот вообще дебил работал? Я ему сколько раз говорил, не надо стрелять с этого миномета. Ну, сначала у меня все отделение, а у меня потом еще пущу. Не, у меня не было отделения. Там IV, видимо. Да, он прям в нас летит, Паша. А я их просто видел, да. Очень четко проработал прям. Наш миномет, короче. Я пытаюсь аккаунты на Талиба с РПК-7 с рацией. Это можно рубить, короче. Сейчас затащивай, подожди. У всех спектакль ушло. Да. Игорёк, походу, в бан улетает. Ты пиздец. А с чего вдруг? Ну, у него был метки, на, чтоб миномет был или что-то. Нахера он с этого миномета вообще стреляет? Он тупо все наше отделение
убил. Бывает. Ну, в смысле бывает? Ну не прицельный огонь, я ждать, успокойся. А нахера стреляешь? Я сегодня видео кинул в эту группу, когда там этот ОМО Псковский накрыли. Ну вот там тоже случай нормальный. Ну вот рядом за это, с базы, как бы это... Рядом с базы наши же долбили по нашим. Нас бы там ну вот и за это как бы людей как бы сажают. Иногда убивают на воинах. Там никого не посадили? Да конечно. Сейчас нормально сейчас затащит. Сэр? У меня одного этого спектатора нет. Наверное, не включился. Миномет никогда не должен стрелять без приказа. Ну, херня какая-то. Хочешь пострелять просто так с минуты? Иди в редактор, посиди там. Постреляй. А мина, бомба прям вообще стоит без палева посередине ящика просто. Рядом с АЭСом. АЭСом? А. Странно, почему танк бэха не выбивает. А, точно. А теперь выбивает. Нет, нет. Вроде как снова. Нет, да. Раненый. Там точно есть. Раненый. Вот не выбито. Чего это? Лайф, наверное, отдел просто. Сейчас Рексара себе убивают руку. Вот а вдруг он найдет бомбу? Он же рядом, кстати. Ну, вполне могу пройти напрямик аккуратненько. Да, его пришью скорее. Здесь нет, там по домам пустая, у него линия выходит, и никого нет. От нее, да, где? Рексару сейчас главное вообще в бой не вступать, а чисто зайти без вред. Сверху начал на сторону смотреть. А он бросил танк? А, это убил. Он спрятал Сангарус, как и хитрый джиги, да? Рексар стреляет, что ли? Стреляет КНДшник. Кочегар пошёл себе, кстати. А он, наверное, видит, нет? Так он в какой-то жопе. Он не видит Ольга. Он в жопе без знака. А он его видит, нет? Стыгайте, нам в жопу пристрелить. Что и быть не надо.
что, не слышишь, что ли, Рексар, где бомба? Тигарек вообще. Господи, Иисусе. Сували, все. Кто тебе просил стрелять именно мне? Объясни мне, пожалуйста. Была ли команда на это или еще как-то? Да, не слышал ничего. Башню выбили в бэхе, блядь. Угу. Пиздец. Ну, видели. По касательной снаряд прошел. Кто такой рандомчик-то? Обе. Все ясно. Без их что начинает отталкивать? Все, руби, Паш, чё, нету больше никого. Так бежит же, что ли? Он не туда вроде бежит. Там на 200 метров на восток от него бомба. Да, сейчас близко уже к бомбе подбирается вроде. Даже очень. Рубить не надо, умрет руби. Опа-опа-опа. Да, я так сейчас сказал. Сверху ползет, сверху ползет. Так они не в разные дома. Понимаю, но он нет в его сторону. Ну, полнейший. Хорошо, ты не хочешь подняться. Там шаги слышно очень сильно. Кто там адмирал стреляет? Господи, серьезно. А где упади, сейчас увидишь башку должен увидеть. Блин, он должен, да. А, точно, да. Бам. Кого он убил? Бабам. Это... Ну, бы полнейший. Это кто меня так? Это тебя убил Рексар. Пуля. Ну да. Молодец. Ай. Че слился ты как-то? Ой, да как ёбнули Урал, ёбнули СПГ, а потом там хитрый Огнь прибежал к нему сзади с РПГ. Я визор, слышишь, а визор ору газуй, мы успеваем уехать. Значит, он не полезет на крышу? Зачем? Смотрит, может? Блин, полутать, полутать, подожди. Ты Z переиграл, что ли? Да, идиот. Да. Как же полутаться же? А, добить раз. Жёстко. Ещё и почти полутать. Ещё и полутать. Как это святое, это что? Не болтать человека, тебя не жалеть. Угу. Рядом с флайером где-то. Ну, прям на землю. О, все, высекли. Метр, говорит, ты черный. Да, вижу. Ну, сука, вы дома. Питер там на танке. Вон Коха едет, сейчас Питер видео. Уже. Приехал. Приехал прямо в танк. Подарочек. На это. Блин, взорвали. Бахнул. Убивает. Еще. Они там сами собой были? А, все, попал. Да. Ну, после триггера. По нам своих что ли стреляли в триггере? Эх, совсем рядом. Кочегар, ты что нас убил? А кто на танке? А вот еще. Кто был на танке? Около усадьбы. Нагиба там. Да, это были свои картошки. А, не туда, Риксар. Кто нас убил? Он с танка слышал, бежит от танка. Махи Риксару пойти в правильную сторону. Пожалуйста, кто нас убил, скажите. Нет, это можно. Чуди Риксар один остался. Кто нас убил с тобой? Ну, выйди, глянь. Там чувак с РПГ сидит. А, он думает, что в печати. Пошли писать заявку. С
свой видели там, видели там отделение. Я в рацию сказал. Я сказал, я написал на карту. Мешку поставили свой УАЗик. Дауны просто. Биты че. Бесполезные дауны. Это так. Вижу азарта. Ну, ВВО, кстати, не слышно. Хотя нет, я посмотрю. Где противник? Аркс, Аркс, Аркс. А, и походу не обезвредит. А куда БХ делась? Ее выбили? Да. Да. Там сейчас паника. Красных, короче, зелен. Было больше, чем нас, у них техники больше, и она круче. Да там обе бедротопщики. А что было около этого? Обе мы отпустили. У нас куча тимкиллов, можете успокоиться. Подожди, Аздоник, а кто был на танке около этой, около усадьбы? Не знаю. Давай. Ехал, вот они. У тебя микрофон залип. Ну, что мы сделали? Мы стояли просто. Выкатились такие, по мне говорят, что вы стреляли. Мы тоже, короче, мы бы не стреляли, чувак. Рокстар Пёрл уйдёт. Я увидел, увидел. Я меня убил. Да. Рандомчик, наши свои убили. И убежал. Нет. Пара-пара-пам. Рандомчик. А это грязь. Да, убей. На мини взорвался, да, нет? Не, это перк на дверь накинул внутри дома. Серьезно, намеренно. Прошаренный, что нормально. Может намекнем на то, что куда-нибудь восточник искать хотят, да? На тебе! Своих же! Это жестко! Красавчик! Краб говорит, это краб убьет. Краб? Да, это краб. Да, жёлт. С РПК. Красавца. Так, он подходит. Типичный отстрел. Это слишком много. Ну, краб его видит? Или он краб? Зря он тебя, зря. Опа-опа. Опа, минус. Ой, хорош. Краб отличный выстрел, сэр. Господи, только не в того. Это был перпл, что ли? Да. Да, это был перпл, представь себе. Я сразу запросил прощения перед выстрелом. А, ну это типа все, значит, нормально. А противник там бегал на где-то? Он был в доме, выбежал, короче, ты и все, больше там уже врага не было. Ты стрелял в дом с одиноким перплом. Прям в ту часть, где он сидел. Он в окне показался, я... сейчас еще может быть экшон. Вообще мне сказали нафиг убивать. Я думал, мы с Акалибы. Че, Рексар еще затащит, я угорну. Обязан. Если его флайер не палит, конечно. Да флайера там уже голова болит от пикания. А там еще азарт бегает. Да, на разум выключил. Если флайер не пойдет на север, то он даже не увидит, как будет разминироваться бомба. А удачу побежал. Ой-ой-ой-ой, опасно. О, он должен слышать, должен слышать. По-любому. Вот по-любому. А чёрт, он слышал шаги. А он его не видит, он его не видит. А я буду дальше город залипать. Сейчас ещё и выиграю. Крутая тактика. Быстрее, бомба. Окей. Как её деактивировать? Подходишь, экшен нажимаешь. Это последняя преграда осталась. Там мина не стоит, мин? Там нету мин. Слышь, как у неё сейчас? Там сакшен стоит. Это как бонзай, а на первой миссии так сейчас Рексер на этой. Рексар был вообще просто... Быстрее бы забежал в эту дырку и разминировал. А меня со спины убили, да? Да, он был над тобой. Фу, я обожаю эту игру. Я вспотел.